Летом, когда любая инфекция может вызвать сбой в работе организма, очень важно правильно выбирать место отдыха. В июне это было сделать легче. Те, кто отдыхал на берегу местных водоемов, был спокоен. Вода соответствовала качеству. Это показывали пробы, взятые в Вятке и местных прудах. В июле ситуация изменилась. На данный момент у нас не соответствует вода на пляже, на городском пляже, в реке Курья, значит, в районе Родионова. В прудах Скоково я вам перечислила, в Зонихе и в поселке Вахруши. Но объяснить можно только в связи с погодными условиями, что температура воздуха высокая, и, естественно, вода нагревается. Нагревается и создает благоприятную среду для бактерий. Отдыхающим следует помнить, вода в поверхностных источниках не предназначена для питьевых целей. Следовательно, нужно сделать все, чтобы при купании она не попала в рот. Основная эта мера предосторожности – это чтобы не попадала вода все-таки в организм, в полость рта. Особенно это касается детей. Взрослое население понимает, а дети недопонимают. Специалисты говорят, как только температурный режим воздуха пойдет на понижение, качество воды в наших водоемах улучшится.